Люблю осень. Можно каждый день баловать себя блюдами из свежих овощей. Легкими блюдами. А мужчинам что делать? Свежими овощами и легкими блюдами не наедятся они. Поэтому, я думаю, дополним мы это все корейкой на кости. Что нам понадобится помимо мяса? Помимо мяса нам понадобятся, естественно, овощи и панировочные сухари. Берем панировочные сухари. Обыкновенные они продаются в магазине. Сыпем блендер. Добавляем туда зелень. Пряности и в качестве цвета добавим петрушки. Не трогай, положи на место. Постой для красоты просто. Добавим еще туда маленько листиков тимьяна, розмарина. Можно хотя бы на кнопочку нажму? Нажми, пульс. Теперь сюда. После легкого прожуживания добавляем маленько пармезан. И оливковое масло. Выкладываем сухари на тарелку. Берем каре. Мы его будем солить, перчить. Каре — это вообще, наверное, лучший такой вот кусок мяса. Ну, чтобы вы понимали, это, наверное, Rolls-Royce среди мяса. Мы обжарили его с каждой стороны, сделали колер. Теперь берем дижонскую горчицу, кисть. И аккуратно смазываем. Теперь берем сухари. Как ручная сборка Rolls-Royce. Вообще на какой-то суши похоже. Берем наш готовый кусочек, отправляем на эту же сковородку и будем допекать его уже в духовке минуты 4-5. Свободное время предлагаю заняться чем? Заняться гарниром? Да, овощами по-провански. Помидоры. Будем резать просто пополам. Нарезаем кружочками тоненькими, чтобы они у нас быстрее приготовились. Накидываем кабачок. Что будем делать в следующем этапе? Будем глазировать сковородку там, где у нас жарилось мясо, там остались вкусные соки. Туда розмарин, тимьян, чеснок, маленькая вина. А какое вино мы добавили? Добавили белое сухое вино, самое обыкновенное. Выкладываем овощи. Режем наше каре аккуратно. Наш замечательный соус застыл. Все наши старания ради двух ложек этой желтенькой ботинки. Да, это очень вкусный сок с мяса. Ну что, можно пробовать? Да, можно пробовать. А куда ты мясо-то берешь? Ешь свои весенние овощи. А я как мужчина ем мясо. Какое вкусное каре. Помидорки тоже удались. Еще бы.